Итак, друзья, снова всем привет, с вами канал Gain Over, и, как обещал, делаю, правда, уже много времени прошло, но да, как получается. Сравнение двух гитар, двух джемов фирмы Ibanez. Это джем 7WH, то есть тот самый взрослый джем, да, модель Стива Вая, и джем младший. Он так и называется, джем Junior, произведенный в Индонезии. Это произведенный в Японии. Ценники. Этот джем сейчас на подержанном рынке, смотрел сегодня буквально Авито, от 120 до 180, по-моему, было. Эту гитару, ну, 12-18 спокойно можно купить, не напрягаясь. Повторюсь, это не китайская копия вот этой гитары. Это действительно фирмовый, заводской Ibanez джем, просто младший. Он так называется Junior, то есть младший в линейке. Для тех, кому нравится форма Вая, вся вот эта конструкция, да, концепт, так сказать. Но денег нет, естественно, на такую гитару. Сделали вот такую недорогую. Я в восторге, что от одной, что от другой гитары, правда говорю, вообще не лукавлю. Это, кстати, когда-то был моим экземпляром. В 2010 году я его продал. Благо, вот эта гитара осталась у того владельца, которому я ее продал когда-то, в 2010 году, напомню. И он согласился любезно одолжить нам на сравнение эту гитару. Спасибо тебе, Борис, огромное. Я, кстати, прикреплю ссылку на его канал. Посмотрите, он отличный гитарист. У него классные клипы, классная музыка. Так что будет что посмотреть и послушать вам на досуге. Ну так вот, давайте я кратенько, да, немножечко просто расскажу о отличиях, скажем так, внешних, да. Что главного в отличии? Ну, начнем, давайте прям сверху вниз. Естественно, колковая система. Здесь дорогие Гота, ну как, относительно дорогие, да, ну, Гота. Не локовые, ничего, то есть обычная. Фурнитура позолота полностью здесь. Ничего не написано, но, наверное, обычные такие рядовые колки, которые на все индонезийские джемы ставятся. Далее, ну, логотип идентично выполнен. Единственное, здесь золотое, здесь вот такое темное серебро, как и вся фурнитура. Не серебро, это черный хром такой, да, так называем. Далее, здесь накладка палисандров. Тот джем дорогой, который у нас был на прошлом обзоре, он был с черным деревом. Вот эти уже с палисандром шли. И с проставкой из двух ореховых кусочков на грифе. Видите, да, уже пятикусковый клен. Тот джем, который дорогой у нас был, он был, по-моему, цельный кусок грифа, если я не ошибаюсь. Забыл уже, если честно. Здесь трехкусковый клен и также палисандр накладка. Естественно, мы видим разницу в инкрустации, да. Здесь вот это древо жизни. Здесь обычные точечки перламутровые. Отсутствует здесь 4 лада сколопированных, как на... которые есть на вот этой модели. Далее, электроника. Здесь Demarzio Evolution. Ну и посередине сингл хозяин заменил Боря. Он поставил Фокин. Не помню, какую модель. Сказал просто, ну, в нем стекла типа больше. Окей, его выбор. Здесь стандартные датчики, которые стоят на этой гитаре. То есть их не меняли. Вот такие заводские есть и есть. Машины, как мы видим, Лапроэдж. И здесь вот Лапроэдж третий, то есть такой самый простенький. Здесь навороченный. Далее, по управлению все одинаково. Единственное, вот Борис, я вижу ручку, немножечко громкости сместил вниз. Это рационально. Ну, накладка, да. Видим, здесь такой перламутр крутой. Здесь обычный такой молочный цветопластик. Кстати, покраска. Здесь прям идеально белый такой снежный. А здесь немножечко как будто топленое молоко цвет. Может быть, с возрастом он немножечко усел. Я, если честно, не помню. Давайте сзади посмотрим. В принципе, отличий нет, за исключением того, что здесь немножечко по-разному вырезан вот это Monkey Grip вырез. Здесь он... Блин, боюсь и уронить еще. Стоять. Ладно. Короче, здесь нет такого пропила, который здесь есть. Надеюсь, на камеру там будет вам видно. Вот. В остальном крепление грифа абсолютно идентичное. Пятки идентичные. Ну, здесь здоровые пуговки для ремня. Здесь маленькая, здесь прям здоровая, широкая шлепенция. По ладам. Не знаю, заменял ли Борис или нет, но с виду они абсолютно пошире. Не, вот эти пошире. Вот чуть-чуть здесь пошире. Здесь как-то чуть-чуть потоньше. Ну... По звуку сейчас мы с вами
все будем слушать. Поехали.
Итак, друзья, финалка по сравнению двух джемов. И пишу я ее уже спустя, наверное, где-то неделю. Так что более чем осознанный и такой сформировавшийся, наверное, я сейчас вывод сделаю. Поскольку не хотел я прям на горячую, так сказать, говорить там что-либо после сравнения. Потому что я немножечко подобалдел тогда на тот момент. Итак, давайте, значит, обо всем по порядку. Давайте с эргономики, удобства, ну и таких вот всяких делов. То есть внешне мы сейчас уже не сравниваем, нам уже не нужно. Просто ощущение от игры. Естественно, вот этот джем его просто в землю втаптывает. Джем. Junior немножечко, не немножечко, а гораздо сильно проседает. Но проседает в чем? Давайте я сейчас объясню. Здесь очень низко лежат струны. Капец. Ну, наверное, многим привычно так играть, но лично мне нет. Мне было даже тяжело просто как бы там по-нормальному так ввалить в гитару, поскольку, ну, струны просто, можно сказать, я в пластик уже бил. Я больше привык к лесполам, да, где струны высоко стоят, и как бы там, как не бей, ты там, ну, по корпусу гитары не вмандишь. А здесь прям хорошенечко попадал я. То есть здесь немножечко более ювелирно надо играть. Я как бы немножко отвык, но это ладно. То есть мне было не очень комфортно на таком настроенном, вот именно на такой отстройке играть. Далее. Джем Junior, у него выше струны были. И мне показалось, это только в плюс. Вот если бы этому джему поднять струны вверх, это было бы чуть-чуть. Это гораздо лучше бы отразилось на звуке. И я думаю, что многие слышали, вот когда играешь палм-мьют, то Джем Junior даже более басовито прозвучал, более напористо, скажем так. Этот немножечко просел. Почему это так происходит? Все потому, что струны здесь очень низко, они тупо не дышат, нету амплитуды. Вот нету амплитуды колебания, звук сжат. Сжат именно не чисто там динамически, там какими-то приборами, там, да, компрессорами, а сжат чисто механически. То есть струне некуда колебаться, нету именно вот этой амплитуды, нету именно той вибрации, которую она должна, и резонанса, которую она должна на корпус передать нам, да. И, ну и на звукозанимателя, естественно, тоже. То есть Джем Junior в этом плане звучал гораздо более, скажем так, открыто, более, он более дышал. Если этому поднять до того же состояния, то, конечно, Junior высосал бы по полной программе. Далее. Конечно, как сделан старший джем, ну, Junior, ну, я бы не сказал, что там прям полный крах у Junior. У Junior нормально. Вот, скажем так, все нормально. У него там в плане ладов, закатки, вообще все очень удобно. Вообще, единственный косяк Junior, почему он не может быть настроен так же, как этот? Он может. Но только уже в более умелых руках. Обычный гитарист, который взял себе такую гитару и не умеет владеть анкерами, там вообще не понимает, как принципы, как вот Флойд там строится, да, вот эти винты, пружины туда-сюда, и тем более лады, то это сможет сделать только мастер. Единственный косяк Junior в том, что он не позволяет механически настроить именно так низко. То есть у него машинка утоплена в самый низ. То есть два варианта. Либо фрезеровать вот эту полость у Junior, чтобы машинка чуть ниже утопла. Либо поднимать гриф. То есть на пяточку делать проставку, да, все дела. И тогда гриф станет повыше, и тогда, значит, струны, соответственно, можно будет уложить. Поверьте, на джеме, на Junior можно так сделать. И он будет отлично тем, кто любит, когда низко струны. Я понял, что я очень не люблю так, но это уже другой вопрос. То есть тем, кто любит низкие струны, ну, чтобы низко струны лежали, без проблем так сделать можно будет. Ну, вернее, как без проблем. Без проблем, если руки с правильного места. Если руки не с правильного места, и у вас есть мастер, у которого есть руки с правильного места, а у вас должен быть кошелек на этот случай. Junior можно заставить по ощущениям сделаться таким же, вот именно по тактильным, не по звуковым, а тактильным, то есть вот нажатие на струну, то есть геометрия, все в принципе идеально одинаково, все, без проблем. Далее, звук, вот именно звук, прям звук, я что хочу сказать, я, ну вот он, пожалуйста, был наглядный прям пример. На одинаковом, на одном и том же пресете все писалось. Все одинаковое было. Вот этот джем, который в конце я устроил сам с собой, скажем так. Джем Junior против джема старшего. И хочу я вам сказать, что
на дисторшене я, в принципе, даже в каких-то моментах предпочтение джуниору отдал. Богом клянусь. То есть, а там датчики не такие, как здесь, не Demarzio Evolution. Там неплохие датчики стоят, они выхлопные, все как положено, но не Demarzio Evolution, то есть такие непородистые, скажем так, да. И в некоторых моментах и на дисторшене он мне понравился больше. Тут вот эта палка на клине рояль выдала, конечно, капитальный. Даже если не брать то, что там Фокин датчик стоит, а если чисто хамбакеры, то эта гитара получше позвучала, естественно. Ну, а иначе за что мы деньги платим? Далее. А вот по дисторшену я... Мне сложно судить. Вот на выхлопе, в принципе, около одного и того же. Но ценник в 10 раз выше у этого. В 10 с лишним, даже там где-то в 12 раз за подержанный инструмент. Но, ребята, для меня это космос. Для меня, когда говорят, что гитара стоит в 10 раз дороже, какая-то пропасть между звуком должна быть... посолиднее, скажем так. Вот прям очень-таки посолиднее. Большинство же гитаристов именно говорят звук, звук, звук. А на выходе-то звук-то не сильно разнится. Я не готов платить вот эту ебенячую, простите, разницу за столь малую разницу в звуке. Какой-то очень странный вот этот вот коэффициент, блин, нарастания цены. Вот клянусь богом, если бы мне сказали, вот сколько, вот говорят, джуниор звучит, вот, значит, на 13 тысяч, да? Во сколько ты оценишь звучание этой гитары? Вот если быть справедливым и вот прям как-то грамотно поднимать ценник, да, вот по уровню звука, ну скажу, ну этот 13, а этот 23. Максимум 33. Все, блядь, не 130. Не 150. Не там вообще, там и за 200 тысяч экземпляры видел. Вы, ребят, вы что? Я понимаю, да, мы покупаем еще за эти деньги не только звук, мы покупаем удобство, вот эти все навороты, золотистость, вот это внешнее все это, да, красиво смотрится. Но я как человек, который привык больше инструментам, о качестве, о инструментах судить с точки зрения студийной записи, потому что я очень люблю больше, я больше всего всегда внимание обращаю именно на то, как звучит на записи. То мне как-то непонятно. Мне реально непонятно. То есть я бы взял, вот сказал, вот все, пацан, плохие времена настали. Будешь на джеме писаться, на джуниоре, вообще без проблем. Вообще без проблем. И более того скажу, для одного своего сингла, я потом как-нибудь все это выложу, как-нибудь оформлю, я записал полностью все соло на джеме джуниор. И никак не обломался. И надеюсь, вам понравится там звук. Так что вот такие мои выводы. Меня опять же печалит вот эта долбанная разница, дичайшая разница разброса цен на гитары и при этом какой между ними разброс по звуку. Это идиотизм. Друзья, вы все сами прекрасно слышали в этом обзоре. Я думаю, вот я просто личные ощущения от игры я вам сказал, а там уже дело ваше, что вам понравилось, больше, хуже, там, может у вас совсем другое мнение. Так что, пожалуйста, в комментарии все это дело, мы, естественно, все это дело обсудим. Только, естественно, я попрошу без говна. То есть мы все с вами грамотные и образованные люди. Умеем изъясняться правильно. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Это интересное, на мой взгляд, сравнение. Опять же говорю, комментируйте, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Не забывайте про промокод GAINOVER, и у вас будет 7% скидка на портале Strunky.ru. До новых встреч, друзья. Пока!